Всем привет, девчонки! Сегодня я хочу показать свои покупки из магазина Ivroche. Это будет новогодняя лимитированная коллекция. Давайте же приступим. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. И давайте рассмотрим эти новинки. Первое, что я взяла, это, конечно же, гель для душа. Это новый аромат апельсин в шоколаде. Вот такая вот красивая, праздничная, яркая упаковочка. И обалденный аромат. Я, конечно, его уже пробовала. Это цитрус, подтон у него такой шоколада. Если любите цитрусы, апельсин, шоколад, это просто суперский вариант подарка, либо же для себя. Вот. И второй вариант это вот такой вот гель для душа с ежевикой. Тоже очень классный аромат, такой яркий, конфетный, сладкий. В этом году обе, так сказать, оба аромата, они сладкие. Раньше было часто, что у Ivroche они делали какой-то свежий аромат и сладкий. Эти ароматы сладкие, честно говоря, мне нравятся больше, потому что в каком-то году был вот этот вот белый чай, по-моему, мне он вообще как-то не зашел, по-моему, он был ужасный, честно говоря, не знаю. Но это на любителя, конечно же, никто не спорит, у всех разные вкусы. Вот эти ароматы сладенькие мне очень нравятся. Примерно такие же были в том году, тоже очень классные. Вот. И, конечно же, нам не обойтись в этом году без нового аромата. Вот такая вот красота. Это ваниль. Практически в каждом году сейчас они делают ваниль, хотя раньше Ivroche делали разные ароматы, как бы новогодние. Давайте же откроем эту прелесть. Честно говоря, аромат такой, его не сразу можно понять, потому что мне он сразу не очень понравился. Сперва были такие какие-то цветочно-свежие ноты, и не сильно я их поняла, и, в общем, они мне как-то не зашли. Думаю, ну, все, короче, не очень. Но когда я нанесла его и немножко поносила, мне очень понравился аромат. Он уже, эти свежие ноты мне, как бы, меня не раздражали, и он такой сладкий, насыщенный. Вот если вы любите классическую Ivroche ваниль, то этот аромат вам точно понравится. Если вы знаете, что кто-то любит, кому вы хотите подарить какой-то классный презент, мне кажется, тоже как вариант очень крутой. Сейчас на него скидка в бутиках, и аромат просто великолепный. Вот, не знаю. Каждый год, конечно, они находят такие невероятные новые ароматы, но я имею в виду не ваниль, а вот в классической вот этих коллекций, которые они делают. В общем, но этот, по-моему, очень классный, сладкий. И, конечно же, крем для рук. Тоже из вот этих вот серий. У меня с ежевика мне больше понравился. И вот такая вот у него текстура. Мне очень нравится по качеству именно лимитированные новогодние крема для рук, потому что, не знаю, они впитываются очень быстро, нет после них никаких пленок, никаких таких жирностей, потому что я не люблю этого, мне нравится, когда полностью средство впитывается и делает свою работу без лишних, так сказать, ненужных эффектов, которые, допустим, мне не нравятся. Вот видите, практически блеска нет, и это я только нанесла, а когда пройдет там 5 минут, он вообще впитается и, в общем, круто. Ну, конечно, если у вас сухая кожа рук, понятно, этот крем работать особо не будет. Он как на каждый день для нормальной кожи. Просто увлажнение, приятный аромат. Вот. В общем, не знаю, мне кажется, Ivroche классно работают над своими ароматами каждый год. Хотя, конечно, все можно сказать на любителя, потому что кто-то любит сладкие, кто-то любит свежие ароматы. И вот кто любит сладкие ароматы, в этом году вам очень повезло, потому что вы можете выбрать себе практически все. Очень классные ароматы. Так что, девчонки, пишите в комментариях, если вы пробовали, как вам, какой аромат вам понравился больше, потому что они достаточно, можно сказать, похожи, но в то же время разные. Очень интересно узнать ваше мнение. Вот такое вот было видео. Надеюсь, вам понравилось. Всем хорошего настроения. Пока-пока.